покупки этой флисовой куртки была проблема с тем, что не было возможности ни померять, ни пощупать. Отзывов в Ютубе практически нету. Решил, короче, на свой страх и риск купить. Благо в рыбацком дворике у меня была скидка, за что большое спасибо ребятам этого магазина. Значит, для тех, кто будет покупать такие же условия, как я, где нет возможности почитать, посмотреть, пощупать, померять, скажу одно: куртка сделана толково, симпатично, ее можно носить как ежедневно, она смотрится неплохо. О, на рыбалку также две стирки прошла, практически особо ничего не изменилось. Качество считаю, что хорошее. Также хочу отметить, что 2 XL брал, поскольку полненький, и все равно она немножко великовата. Так что если кто-то примерно такой комплекции, как я, XL будет вполне нормально. Теперь о характеристиках. Значит, скажу сразу, что ветреную погоду на голое тело она продувается. Под курткой носится отлично, тепло в ней. Пробовал на голое тело носить, также приятно она, приятно мне себя ощущаешь. Ну, как бы я доволен, очень доволен такой курткой.